Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Здесь у меня также посажены огурцы на белую пленку. Когда я... То есть я как сделал? Я перекопал и прям просто пленку расстелил, засыпал. И потом, когда проделал отверстие, земля была прям горячая там. То есть солнце прогрело, там горячее. Потом я пролил водой и рассады пересадил 8 июня. У нас сегодня 22-е. Вот они уже большие, они уже цветут у меня. Подкармливаю комплексным удобрением. Это из расчета 5 кг азофоски, 2 кг карбамида и 2 кг сульфата калия. Или можно любого калийного удобрения. Все перемешивается, берется спичный коробок на 10 литров воды или столовая ложка. Вот. Ну, кому как нравится. Сначала размешиваем этот комочек удобрения в горячей воде, потом в холодной. И огурцы любят поливать теплой водой. Не вздумайте поливать холодной водой, потому что рост сразу прекратится. Огурец любит теплую воду с минеральными удобрениями. То есть... В земле содержится 8% азота, но для роста огурца требуется азота больше. Поэтому и помимо в азофоске есть 16%, но нам надо, чтобы было где-то 25% азота. Поэтому добавляется еще карбамид. Вот. А фосфор нужен для укоренения, чтобы корни укоренились. Когда корни укоренятся, их сразу можно увидеть, что... Листья становятся у огурца более широкие, большие, вот лопухи такие. Это говорит о том, что корни укоренились. Вот, можно, значит, первые пасынки до 4-го листа мы должны оборвать, а потом будем оставлять с огурчиками. То есть пасынки обрываем, пасынки я здесь оборвал все, оставляем только огурчики. Вот они цветут у нас. Красавчики. Вот, цветут уже. Вот один, два. Цветут, вон там три отцвели. Ну, здесь немножко. Вон там тоже цветочки вижу. Вон цветочек тоже виднеется. Есть. Цветут огурчики, цветут. Так, здесь цветочек тоже есть. Вот. Ну, здесь я пропустил пасынок. Вот один. Сюда он лезет. На палочку надо его... Вот так заделать. Вот он, желтенький. Вот. Ну, здесь немножко вот с краю, но оно тоже нормальное. Там-то в середине потеплее, здесь просто пленка немножко порвана. Вот огурчики уже, видите, какие длинноплодные здесь огурцы будут. Китайские, я думаю, вот. Я это для теплиц сажал китайский, но, видимо, я там это перепутал и сюда длинноплодный посадил. Вот там палочку навтыкал. Я не стал подвязывать веревочками разными там тянуть. Просто палочку навтыкал. Когда огурец через 3 дня подтянется к верхней дуге. Шпалерная сетка, вот она. Я шпалерную сетку опущу, привяжу к дугам к этим. И уже огурцы будут виться на шпалерную сетку. Очень удобно. А здесь парник 4-метровый. Больше 8 огурцов лучше не сажать. Если 10 посадить, просто будет густота. Здесь вот тоже земля есть. Ну, я сюда помидорки воткну. У меня там, я нарвал в теплице пасынков, поставил воду, и там, смотрю, уже корни пустили. Здесь надо только перекопать, скультивировать, также пленку расстелить, у меня кусочек пленки есть, и пускай и помидорки здесь будут расти. Вот. Усы можно заплетать, но здесь они сами, видите, цепляются за эти прутики. Вот они за прутики зацепились и тянутся кверху. Вот, видите, вот здесь вот он зацепился, вот он сам.
то есть и вот зацепился. То есть они, им нужен прутиков побольше, чтобы цеплялось. То есть, ну, у меня прутики есть там. Я осенью резал эргу. И этих хвостов полно. Я даже в теплице тоже наставил, не стал подвязывать разными веревками. Их потом снимать плохо. А это палки вытащил, опять куда-то бросил и все. Понятно, да? С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.